Ну ладно, ладно. Вот приехали в национальный парк Рила. Тут 7 рильских озер. Довольно поздно приехали. Тут сувенирчики. Заезд на машине 5 левов. Это 2,5 евро. Вот. Здравствуйте. Шапки, штеки. Красиво на болгарском. Здравствуйте. Ну, здравствуйте. Вот перед подъемником касса. Вот подъемник. Это 30 левов взрослого, 15 ребенок. Это туда-обратно. Ну вот так высаживает. И поехали. Алина с Самантой. Алин! Да-да. Вот так. Ну как? Да-да, они молодцы. Алин, в следующий раз мы тебя в этой коробке посадим. Какой? Вот в этой. Да, не знаю. Да, просто закидывает вас на ходу. Слушайте, хорошие. Мне нравится. Я боюсь высоты, но здесь хорошо. Я не знаю, сколько тут метров. 10, наверное, или... Ну, может быть, нет, не знаю. Вот так до самого верха. Минут 20, наверное. Так. Ну, здорово. Ну, можно и пешком, конечно, но сами понимаете, что это значит. Алин, тут можно грибочки сверху собирать. Ну, потому что хорошо видно. Просто надо запомнить, где боровичок, а потом прийти забрать. Ой, Алина, здесь совсем высоко. Да, слушайте, здесь уже как пятиэтажный дом. Если случайно едете весной, имейте в виду, что тут горы. Может меняться резко погодные условия, так что надо тепло одеться. Ну, кофточку с собой, так. Вот по этим тропам вы, наверное, можете идти. Да, эффектно. О, человечек идет пешком. Что-то остановились мы. Так, у нас здесь в конце лошадки. Вот, добрались до верха, и настигла нас холодная горная погода. А внизу жара, а наверху вот в куртках надо. Как ребята помогают спрыгнуть. Оп. Так, там отельчик, наверное. Конечно, мы тут слазили, залазили, это, конечно. Ну, молодцы, ребята помогают. Я думал, это туристический, но мне кажется, они просто какой-то груз поднимают там наверх. Там другие, вон, там для горнолыжников или что. Да, когда были внизу, была такая жара, там 30. Наверху не поверил. О, наверху 16 градусов. Прохладно, только с кофтой хочется. Так, начнем здесь. Ах, тут такая лесенка каменная. Да, что-то горы эти больше, чем в Шотландии, да? О, высоко, трудно дышать даже. Кажется, просто, но не так просто. Зачем так мучить людей? Долго идти, да? Эх, вон там камушки такие разложены, видишь? Ну, видишь, ну я не знаю, что это за традиции. Положили эти камушки вот здесь и вот там вот. Красивый пейзаж. Если всмотреться, там палатки. Там дома и палатки везде. Вот так живут тут. Вот так несколько дней, может быть. Во, одно озеро вот здесь красивое. С такой бордюр. Можно видеть сверху, здорово. Нелегкое это дело по горам ходить, но зато, мне кажется, так какое-то моральное такое удовлетворение, нет? Здесь побыть. Здесь не хуже, чем в Закопане, не? По-другому, ну. По-другому, да. Конечно, тут же опасно, если поэтому нельзя тут. Вон тропа и не надо лазить там. Вон еще наверх надо чуть-чуть идти. Черные тучи идут. Тут еще место, чтобы посмотреть. Во! Красиво.
Там лучше место, наверное, чтобы видеть озеро. Так, ну вот там палаточки. Здесь вот еще озеро. Вот озеро. Зай, увидишь, где снег? Вон, видишь, это вот это. Не-не. Вот эти кремовая масса. Вот здесь и там это снег, не растающий еще с зимы. Сказала тебе. Такие маленькие. Ну-ка. Посмотри, я поймал. Хопс. Он вы. Так, ну-ка сюда подойдем. Это как в Норвегии, это драконов язык. Ух, страшновато. Ой-ой-ой-ой-ой. А красиво-то как, слушай. Можно здесь раз, два, три. А можно свесить ножки и чай попить, как люди, да? Ну, фотосессия у нас. Кстати, да, здесь тучи не закрывают горы. В Закопане мы были, там может туча прийти, и горы нету. А здесь как-то они поверху. Вот здесь мощный вид, да? Скалы тут такие красивые. Там, конечно, вот там я, конечно, никто, я вас не пущу вот туда. Куда? Я уже пошел. Но... Нет, ладно. Я пошел. Но там же не днище, там, ну, под низом есть. Что там есть? Ну, следующая плата. Там не пропасть. Нет, тут нормально. Так, тут нормально. Самое трудное — это первый подъем. Самый такой, не знаю, километр, не километр, ну так. Очень трудно, а здесь уже, ну так, уже хорошо. Ну вот, вот здесь направо озеро, сейчас подойдем. Только сейчас мы заметили, что вот эти тоненькие красненькие точечки — это люди. Они поднимаются вот здесь, седьмое озеро, наверное. Но сейчас у нас нет времени подняться туда. Ну вот озеро. Четвертое, наверное, здесь. Там наверху, я не знаю, шестое, седьмое, вот там. Ну вот озеро. Какой вид. Ну вот, можно продолжить туда наверх. Мы вот сюда прогуляемся. Горное озеро. Чистое-чистое. Ну, прозрачно. Давайте пощупаем воду. Ну, не такое ледяное. Градусов, я не знаю, 14-15. До зрения, что купаться здесь нельзя, да. Здесь можно вокруг озера так пройти. Самое длинное озеро, да. Прямо оттуда. И вот туда. Ребенок захотел полежать. Это называется внутренний покой. Да, хотя указателей нету, все-таки тропа легкая, в плане не заблудитесь. Надо только идти по тропе. И вот там, где я в начале видео показал, где начинать, и потом только по тропе, и в конце эта тропа делает такое кольцо, да, там просто как бы раздваивается в конце, но это кольцо, она замыкает, и вот по этим красивым местам прогуливаетесь. Но те, кто хотят подняться выше на седьмое озеро, там, ну вот там, где я показывал, там, и отошли от тропы чуть-чуть, хотели вот такие розовые цветочки как раз. О, как красиво. Видите, что происходит? Да. В том музее я тебе бы на плечо не села. Да? Да. Снять жужжание, а потом крутиться. Ну давай, мама снимет жужжание. Километр. Ну вот, и путь обратно. Круг прошли. Вот главная тропа. Вот туда, обратно спускаться, и все. Ну, единственное, что нет никаких указателей, да, Лен? Вот, ну, тут не заблудишься, не сложно, но все-таки
То есть надо по главной тропе идти. Вот. Но указатели могли бы быть там. Туда и туда. Когда вы приходите, еще идете, ну, на озера, и видите, здесь такое раздвоение дорог. И может казаться, что они куда-то туда или туда. Это круг. Там озеро, то есть вы делаете круг. Если захотите на седьмое озеро подняться, это там. Но так не надо бояться круга. Да, и весь маршрут туда-обратно получится где-то 5 километров. Вот, там облака справа, а там солнце. Красиво. Ну вот это, сейчас мы спускаемся, но вот там внизу, видите, там это станция для подъемника. Вот этот подъем первый, самый трудный, а потом наверху уже нормально. Оп. Ну чуть-чуть покатаемся. Слушай, ну мы как-то так быстро катимся. Мамочка успела за нами или нет? Мы с Самантой едем, и мы очень боимся, правда? Обратно, конечно, по-другому ехать, может быть, чуть-чуть так, страшнее. Как бы страшнее. Почему? Посмотрите. Да-да. И кажется чуть-чуть выше, да, потому что мы едем вниз, да. Потому что если вот здесь уже кажется высоко, там будет еще выше потом. Да-да. Да. Да, страшно нам. Еще такой звук, вибрация, поэтому мне реально очень страшно. Ну, вид, конечно, вот минут 20 можешь наслаждаться так. Если преодолеть страх высоты, то вообще шикарно. Наверное, самый шикарный подъемник. Что мне чуть-чуть страшно, он еще стоит вот так, из-за разницы в весе. Я думаю, они иногда останавливают, когда есть люди, может быть, пожилые совсем, которые совсем не могут сесть на ходу. Тогда ради них, может быть, останавливают. Обе ноги опустить. Вот так лес выглядит сверху. А то мы все снизу грибочки собираем. А сверху вот так. Почему в Болгарии так холодно? Ну мы же в горах, за. Или это то место самое высокое, мне кажется. О, самое высокое. Семья вам понравилась? Да? Ну, здоровская, да? Красиво стоило того. Да, без кабинки. Ну, хорошо, такое экзотическое приключение. Зой. Ну вот, спасибо, что смотрели. Стоит того, чтобы съездить сюда, если получается. Отличный отдых. Отличная такая атмосфера. Вот. Ну, нам, правда, еще спуститься надо. Тут километров 13 по таким серпантинам съехать.